Уже несколько лет для посещения футбольных матчей требуется карта болельщика или фан-айди. Это исключительно цифровой документ, который позволяет приобрести билет или абонемент на игру. Он хранится в личном кабинете на портале госуслуги, содержит идентификационный номер, полное имя и фотографию владельца. Для оформления цифрового пропуска нужно войти в свой профиль на госуслугах и выбрать услугу карта болельщика. Подтвердить личные данные и контактную информацию с помощью закран-паспорта, биометрии и загрузить портретное фото. Если этих данных на портале у вас нет, то придется посетить МФЦ. После верификации документ появится в личном кабинете, подтверждение займет некоторое время. С вашей готовой картой болельщика вы будете готовы к посещению футбольных матчей.